на конференцию и в уме прокручивал то, о чем я буду говорить, о том, что такое толерантность, о том, как нужно правильно не изолировать людей, у которых положительный статус, о том, как важно не сдаваться и правильно жить, и оставаться социально активным, если у тебя статус положительный. И в какой-то момент я подумал, что вспомнил, что мне сегодня нужно будет сдавать тоже анализ. И представил, что он у меня будет положительный. И тогда все, что я думал до сих пор, мне показалось каким-то неважным, каким-то другим. То есть это просто слова. А как бы я жил в такой ситуации? Пошел бы я сегодня на тренировку, как запланировал, если бы мне сейчас оказалось, что я буду ВИЧ-положительным? И минуту я рассуждал об этом, даже не знаю, как же я дальше бы жил. А потом начал понимать, что да, я пошел бы сегодня на тренировку, и пошел бы на тренировку завтра. И о том, что я ВИЧ-положительный, написал бы в Фейсбуке. И я об этом бы сообщил всем своим друзьям. И постарался бы при этом ни в коем случае не изменить качество своей жизни. То есть я постарался бы дать другим ВИЧ-положительным показать, что можно вести полноценную здоровую жизнь, как сейчас рассказал Руслан, и я хотел бы пожать ему руку и выразить свой большой респект за то, что люди ВИЧ-положительные ведут такой образ жизни, показывая, что это не приговор, и можно превратить этот минус себе в плюс.